Всем привет! Сегодня мы едем в деревню Колоси посмотреть на средневековый замок. А сейчас остановились в Лимассоле, чтобы сфотографироваться вот с этим прикольным зданием в виде яйца. Сейчас будем делать селфи. Поехали мы уже к этой крепости. Вот она сразу же, стояночка напротив. Красивое старенькое здание. Средневековое. Я понял. Вот такая красота. Здесь указатели. Да, да, там разрушенных много. Это вот эта уцелевшая башня. Какая-то там башня тут уцелела. Ну, там еще какие-то основания с крестом. Ну, может быть, потом. В 13 веке ее построили. Смотри, там развалины. Да, и развалины. Может, получится полазить по тем развалинам. Она и под каким-то израильским орденом была, и под тамплиерами она была в средние века. Селфи? Окей. Сейчас. О, свободный Wi-Fi тут. У меня же есть мелочь какая-то. 2.50. Это заросли. Красиво, такой парк сделали. Есть. Найс. Ой, лавочка такая. Окей, thank you, darling. Смотрите, как билетики выглядят. Какие красивенькие. У него GPS до сих пор разговаривает, прикинь. Он говорит, что ваше destination справа, как бы ваше. Окей, окей. Смотрите, какие тут деревца красивые. Вот или они так подстрижены, интересно. И с такими синими цветочками. Еще вот какие. Мятного цвета, красивые. И вот сама крепость с развалинами. Тут еще внутрь можно пойти. Да. Сейчас пойдем вовнутрь, посмотрим, что там. Отстали от мужа. О, наш автомобиль к подобному столу. Это что за столб позора такой? Дарлин! Он сам знает, где его место. Так. Now? Ну, один логин. Входим внутрь крепости. Какая тут атмосфера средневековая. Какие развалины интересные. Ой, так под ноги надо смотреть. Я что-то. Как там интересно. Пойду туда загляну. Люди идут сразу, входят внутрь. А мне интересно, что там. Ой, там какой-то уже дворик или что-то. Ой, с какими арками. Мам, иди сюда, здесь прикольно. Может быть, там вход. С другого места есть. Наверное. Интересно, а где сюда вход? А, да, кстати. Смотри. Похоже на свитерок вязаный. Интересно как. Туда, я думала, вход есть, а там вход. Нет. А, это на вход вот там. Наверное. Висизовый с beautiful. Глянь, какие-то столбы были. Ну, были столбы. Да, они, наверное, прямо там были. You think we can jump? А ты туда залезала? Go around. How you can go around? А, говори, что оттуда вход. Ну, не отсюда. Может, тут там вход был? Потом чешется. Ну, я ж такая, что...
Окна, наверное, какие-то были. Окна были, их, наверное, заложили потом. Классно. Давай вовнутрь пойдем. Там говорят, что-то... Да, там можно ходить, и даже и на втором, и на третьем этаже там можно ходить. Так. Если будет хорошо снимать камера. О, видно. Нормально. So what we will see everything? Вот такие ступенечки. Ступени как современные, наверное, подделали потом. А, это да. Да. Так, сейчас. Говорит, там три одинаковые комнаты. Как это? Взял и выключился. Ступени как современные, наверное, подделали. А, это да. А там кто сидел? Заключенные в этих ямах. Это вторая комната. Вот и третья. Только что-то тут как темница прям. Если бы не подсвечивали фонарики, было бы очень темно, наверное. Хотя дырки тут какие-то. Наверное, раньше окошки были. Это слепая комната. Что-то тут было. Это какая-то, я не знаю, даже кто тут мог жить. Так темница. А. Муж говорит, здесь воду содержали, чтобы пить. Наверное, раньше свечи ставили. О, пылесос. Поднимаемся на второй этаж. Мама, а ты где? Мы пошли на второй этаж. Окошко. Ой, а здесь смотрите, какой потолок низкий. Ступени конструктора. Если бы муж не сказал, я бы не пригнулась. Да, скорее всего. Видишь, тут низенько так. Ну, это уже... Ступени реставрировали. Ого! Вижу. Бойница еще. Ну да, тут они ж маленького роста были. Интересно. Ой, а тут как хорошо, светло и красиво. Ну да, тут они ж маленького роста. Здесь окошко поставили. Деревянное. Думаешь, они были маленького роста? Ну да, посмотри. А такая высота, знаешь, как будто тут великаны жили. Ну потому что... Смотри, а здесь так лавочки что-то, да? Сидеть можно было. Может, тут сидели те, кто следил с оружием? Потолок высокий, закругленный. И окошечки с лавочками тоже. Дверь какая-то закрыта. Похоже, да, замок висит. Ой, а здесь что? Камин, наверное. Окей. Похоже на камин. Там еще выше пойдем. Сейчас мы поднимемся, посмотрим. По-русски не написано. Надо было написать. О, где мы оделись? Так, мне муж хочет объяснить что-то насчет двери. Yes. The pool is wire, the bridge comma. It's too high there from the
Смотри, какая тут система защиты, глянь. Здесь, говорит, тянут за веревочку, мост поднимается. И мост этот соединяет вот эту лесенку и вот этот порожек. Это как сказать, как security, защита. А ну, пойду сейчас. Ой, такой мостик. И высота тут приличная. Even the stone she has damaged that they used in old years. She becomes small. The stone so they, when they open it close. Говорит, видимо, использовали очень долго, что камень так проточился. Да, видно, камень немножко подточенный веревками. Да, здесь мы снимали снизу. Так это сверху все выглядит. Я когда сюда выхожу, мне ничего. Ой, там еще высоко. А я смотрю, там люди разговаривают. Высоко, там еще есть этаж. Мы на втором этаже сейчас. Тут, наверное, это что? Похоже или на фонтан, или на водоем какой-то. Вот что-то, да? Такой старинный. Ну, сейчас же тоже похоже делают парки с фонтанами. Я бы тут фонтан, например, установила на месте там? Древних. Ну, конечно, да. Так оно выглядит как. Хотя тут, конечно, развалины. Ну да, там могло все, что хочешь быть. Просто похоже. А там уже, видишь, частный сектор начинается. Жилые домики. Ну что, пойдем на третий этаж? Я бы хотела. Вот на третий этаж там. Узенький. Винтовая лестница. Командир, который мы строили, был левша. Смотри, там еще этаж есть. А я думала, здесь только три этажа. Но сейчас мы быстро здесь давай пробежимся. Здесь очень похоже, как до этого мы видели. На втором этаже. И тоже светло, вот так смотри. А первый этаж прям темница по сравнению с этим. Точно так же здесь. А интересно, здесь тоже? Что? Наверное, по GPS уходит. Так. Здесь все точно так же. Ну давай пойдем на следующий этаж, если тут все одинаково. Yes, I see. Камины. Beautiful. Ah, that's why. Maybe outside is part of this decoration I saw. У меня периодически отключается. Тут это ж бесконечно. Слежу. Я теперь не поняла, по ступеням мы поднимались, записалось или нет. У меня записалось. Пойдем еще на следующий этаж. Так, идем на следующий этаж. Ну, это уже, наверное, будет четвертый. Ой, мама дорогая, как тут? Я думала, здесь всего три этажа. Ну, наверное, первый этаж не считался. Первый, наверное, считался подвалом. Так, это уже... А, это, наверное... Я думала, тут будет еще один этаж, а это крыша. Сейчас пойду посмотрю, что там. Шампы красивые. Какие-то дворы люди красивые, смотрите. Бассейны, видите? Вон. Там бассейны вижу. И вот там домик тоже с бассейном. Там дальше. Вот это я засняла. Ну что, она опять остановилась. А здесь стрелки прятались. Что
чтобы было не видно. Вы ногу, наверное, ставили, чтобы было удобно. Мы сейчас туда еще сходим. О, а это калитка куда-то. Куда, интересно, можно уйти с крыши? Там что, лесенка? Там что-то. Интересно, что это. С этой стороны нужно, да, тут звучало, что строитель был левша. Поднимались левой рукой, держались и спускаемся левой. А, может, для того, чтобы правой для защиты и держания оружия было свободно. А мне спускаться проще? Да ничего не проще. Не проще? Я понимаю, почему у них левая сторона была. Потому что вправо это оружие они держали. Им же надо было подниматься и спускаться, держа оружие. За столбик за этот? За столбик, да. А мне было не удобно за ним держаться. Я не держалась, я просто поднималась. Да, не держалась. На каком этаже сейчас? Вот там нельзя спуститься? Не знаю. А если мы на том этаже где-то дверь, то можно, наверное. Поэтому, думаю, лучше выйти из той двери, которая... Душ. Балкон. Ну, как ты тут? Которая с мостиком. Стоянка, как я, да. На ступенях. Но я уже не могу тут спускаться. Боже, мне еще как далеко. Ладно, ты распугаешь всех зрителей сейчас. Ой, Ваня, я вот так призываю держаться. Ну, правильно. Если так удобно, то держись. Ой, так. Слава Богу, дошла. А, вот отсюда мы пойдем. Я больше не буду здесь. Не надо. А тут дальше нормальный спуск. Ну, пойдем теперь с этого волшебного мостика. Да. Точно. Все, идем с мостика спускаться. А вон оно, то здание, да? Которое я хочу. Старинное. Да, я хочу в него. Вот они, тросы, которые держат. Интересно, их заменили это или еще те? Давай я. Может, там какое-то подземелье было, его просто закрыли. Потом найдем такую спину.
думаю, что история, она такая прямо вся правдивая. Да вон, да, тут знаешь. Да. Сейчас придем. Сейчас посмотрим. Сейчас посмотрим, что мы тут читаем. Вот смотри, гибискус еще один. Вот. They make the first castle that is damaged there. Ага. 13th century. Yes. And then they remake the final one later in where it was. This 1000. Yes, yes. Они сделали в начале вообще 13 века построили, а вот в этом году, в 1454, они переделали там что-то, какую-то часть. Ага. Но оно здесь не мерзнет, поэтому живое. Кактусы. Вот эти цветы мне очень нравятся. Чем-то напоминает львиный зев. Вот еще вход. А дерево очень интересное, без коры. Высокое-высокое, как башня. Ой, смотри, какое дерево, как оно так выросло, интересно. Оно что, без коры вообще? Кипарис вроде бы. Странный. Но оно здесь не мёрзнет, поэтому живое. Наверное. Что он какой-то лысый. Why she doesn't have skin this tree? Or it has? Look how nice bridge it is. Прикольный мостик. Что-то дерево такое, без коры какое-то. Или то кора такая светлая. Интересно. Yes. Wall. Сейчас обойдем, посмотрим, что еще с той стороны. Особо интересного. Окей, we go to see this house. Что там? А ничего, просто стена, ничего интересного. Вход, наверное. Ну, там будет... А вон про это дерево что-то написано. Вот это дерево? Да. Пойдем глянем, сколько оно лет. Оно лет, это дерево. Они обычно пишут, сколько лет деревьям этим. Тут и размеры его написаны. 200 лет. Всего лишь 200 лет? Ну, всего лишь, не всего лишь, а 200 лет. Представляешь? У него вот эта ветка, которую подпирают столбы, как одно большое дерево. Видно? А, вон 200 лет. Название такое розовое дерево, что ли? Такие самолетики. 4,5, наверное, высота, а 26 что-то. Ширина, объем кроны, наверное. 26 метров высота. Да, 4,5 метра. Что, вот это 26 метров? Да, да. Возможно. Объем талии. Ну да, да. Объем талии. Так, тут я сейчас спрыгну. Ой, мамочка. Не совсем я спрыгну. Ты видишь, тут тоже что-то было. Тут, наверное, тоже еще не дорыли. Вот там, если покопать, наверное, тоже что-то выкопается. Ну да. Конечно. Но тебе тут, если покопать, правильно? Ну да, скорее всего. И тогда вот это будет очень высокая штука. Вот это. Оградили, чтобы, наверное, люди не падали туда, не прыгали. Там какая-то яма была. Это вот тут еще под низом. Тут, наверное, тоже какая-то постройка под нами, где мы идем по земле. Ну что, вот они копают, и вот, скажи. И вот она ту глубину, куда мы спускались, там, наверное, как раз и будет, да? Ну да. Ну да. Там можно еще выделить. Угу. Вот глубина замка, вот то не подвал, а то просто туда дарыть, оно будет как первое. Ага, сюда не зайдешь, наверное, потому что может обрушиться. Ну, или не закончили раскопки.
Может, люди по камушку себе... Да, по камушку. Тут любой камушек под ногами, все будет оттуда. Вот, это ж тоже камни. Лифлет? Ой, рапеч, сей лифлет, да, фри. А, окей. Мы можем даже взять здесь, как сказать, проспектик. Как это называется? Интересно, что было в этой нише. А знаешь, может быть, здесь толкли что-то? Может быть. Может, знаешь, что могли? Что могли? Костер могли. Костер могли полить? Конечно. Ну не будут же они посреди. Ну или что-то грубое. Чтобы загорелось. Для могли вот, знаешь, как толкли. Вечерами. Действительно. Возможно. Запросто могли. Давай еще одно селфи на фоне. Ой, какое солнце. На фоне замка, да. Ну это такое видео селфи. Так, помаши ручкой. Сейчас. Кроме мазы? Ну, вам его надо? Есть, да? Ну, ну, кстати. Вот такую листовочку мы взяли. Сейчас буду смотреть. You sang in here and you sang in here. Окей, окей. Как-то классно. Тут нам нельзя садиться. Так, вот он этот проспектик, что мы получили. Сейчас вот открою. О, он даже по-русски написано. Интересно. Вот эти развалины сверху. А, это здание, мама, это сахарный завод получается. Да ты что? Это ну да, бывший сахарный завод, да. А здесь же сахар, здесь вино... делали. То есть эта крепость была сахарным заводом? Не совсем. Как бы. Крепость была крепость, она принадлежала какому-то управляющему. А вот это сахарный завод больше. Вот это здание, в котором мы пытались позаглядывать. Отсюда вино произошло кипрское, вот это командарье. Из этой деревни, как бы от этой крепости. Это вся история написана. Ну, я не помню, как подключить. Вот это здание, это сахарный завод. Вот, не знаю, люди... А, люди тоже подошли, так же, как и мы, смотри, к сеточке к этой, они смогли зайти. Мы идем сюда, где там сахарный. This is sugar factory, you see? This one we see where sugar. This is sugar factory, this building. You didn't know? No. Me too, I didn't know. I thought it's church. No, no, I just now I read it. Mom. Крепость Колоссии, понедельника, воскресенье, с 8.30 до 17. Слушай, с таким сахарным заводом весь Кипр можно было обеспечить. Думаешь, в смысле, что он большой? Но может, они обеспечивали, ну, снимала, в смысле, я еще с той сеточки снимала, может, там были. Ой, смотри, голубь сидит там на окошке. Да, на это водосток. А, да. Черный голубь расселся. Наверное, где-то был. Какие-то. Здесь только развалины. Ну, посмотри, сейчас я тоже... А видишь, заложили камни. А, заложили. Там арки, наверное, были какие-то, да. Что там было. Лошади заезжали. Значит, тоже более раз такие арки. А, ну да, точно. Ладно, я дальше уже не пойду. Будем ехать. Нам нужно посетить еще много интересных мест сегодня. Вот такой замок Колоссии мы посетили. Надеюсь, вам он тоже понравился. Сейчас мы поедем смотреть на другие достопримечательности, показывать маме разные места красивые. Надеюсь, это видео вам понравилось. Спасибо за просмотр и до встречи в новых видео. Всем пока!